Вадим Красносельский в Москве встретился с заместителем руководителя администрации президента Путина Дмитрием Казаком. Говорили о возможной организации поставки в Приднестровье партии вакцины «Спутник». На встрече обсудили также гуманитарные проекты по поддержке соотечественников и укреплению двусторонних контактов между Россией и Приднестровьем. В разговоре уделили внимание переговорному процессу между Приднестровьем и Молдовой. Россия – страна-гарант в переговорах. Дмитрий Казак следит за текущим положением дел. На ноябрь намечена встреча участников формата 5+2. Давно назрела необходимость исполнения ранее достигнутых договоренностей, отметили на встрече. К старым вопросам из повестки переговоров добавилась новая проблема – запрет для приднестровского транспорта на Украине. В администрации российского президента выразили уверенность, большая встреча участников переговоров необходима. Переговорный процесс сегодня обсуждали и в российском медиа. Вадим Красносельский встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Президент Вадим Красносельский подчеркнул, введенные Украиной ограничения на въезд приднестровского транспорта нарушают права десятков тысяч людей. Российская сторона поддержала позицию Приднестровья, что блокады и угрозы недопустимы во взаимоотношениях сторон, а все острые проблемы должны решаться за столом переговоров. Замглавы МИД России Андрей Руденко также поблагодарил Вадима Красносельского за высокий уровень организации проведения в Приднестровье выборов депутатов Российской Госдумы.